«Русские просторы» кистью француза. В картинной галерее «Парабола» открылась авторская выставка Стефана Палацотто. Художник рассказывает, что когда учился в школе, про Россию говорили, что это большая страна с богатой культурой. Когда стал взрослым, Стефан решил, что хочет своими глазами взглянуть на самое крупное государство в мире. Это человек, который вот уже 3 года живет в Иванове, работает в нашем городе, читает лекции в энергоуниверситете и параллельно занимается творчеством. И особенно ценно, что он все эти работы, которые мы здесь представляем, их 17 работ, написал в Иванове за эти последние 3 года. Полотна отражают авторское видение текстильного края и страны в целом. Некоторые работы больше похожи на инсталляцию. Кусок ржавого железа на синем фоне по форме напоминает Россию. По словам художника, не хватает еще одного небольшого фрагмента, вероятно, Крыма. L'histoire déjà, c'est donc j'étais dans mon entreprise en Russie, donc à Иваново. Я расскажу историю, как это произошло. Я был на предприятии в Иванове, отдыхал на улице и увидел кусок железа и решил, что он похож на Россию. И представил фон голубой с фрагментами озер и решил воплотить в эту картину. В экспозиции представлены самые разные бытовые аспекты. Затронута церковная тема, великолепие православных храмов, красота русской природы и достижения технического прогресса органично переплетены в единую авторскую концепцию. Я смотрю очень позитивно. Я считаю, что у него талант есть. Он только должен продолжать. Это первый шаг сегодня. И если он продолжает, мне кажется, что будет успешно для него. Посмотреть на родные края глазами французского художника в «Параболе» можно будет до середины июля. Вход для всех желающих бесплатный. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.